Если бы тебе предложили планету с любой жизнью, ты бы с какой выбрал? Да, где пив бесплатно. А я бы с такой, как наша. Только чтоб войн не было. Ну вот мы прибыли, наверное, час назад. Конечно, у Кости собачка-зверюга. Пробирается хорошо. Юркина подзаваливается, подзарывается по кухничку. Так вот, мы дома. Все уже подтопили печечку маленькую. Скоро будем топить большую. Все. Устроено зимой-то. А? Наша дрова, наша банька, наш стол. Вот соседи тут живут, наверное. Сегодня в планах съездить на речку, набрать воды. Так, тут пацаны пытаются устроить постележанку. Или мы тут будем вдвоем, Костян? Валетиком. Я с незнакомыми мужчинами. Мы с тобой давно знакомы. Придется лобок. Носик. Ты это, не путай. Носик. Осенью уехали, почему-то осталась вода. Умывальники, непонятно почему. Ну, печурочка. Потому что какой-то агафон. Немножко греет, да. Да, какой-то агафон не слил. Все, вот немножко по рюмочке отметили. Всем добра, братья. Только что положили мягкие элементы на софу. Вот вообще. Я буду спать вот здесь. Ну вообще. А, Андрюха будет спать вот здесь. Вот здесь. Да. Андрюха будет спать на шестке. Да, да. Температура обнимая, в помещении, видите? Обнимая штангу. Температура уже около нуля. Около. Это теплее. Сейчас мы пойдем, как обычно, открывать сезон. 2023, можно сказать, летний. А какая красота! Какая красота! Снежок идет, снежок. Торжественному поднятию флага. Струсь! Та-та-та-та-та! Не туда. Эх. Туда. Ура! С праздником, дорогие товарищи! Ура! Защитника Отечества! Ура! 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 С днем военно-морского флота и советской армии! Ура! 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 Днем рыбака! Неленга, встречай! Ой-ой-ой! Жизнь берет свое. Потому что совместный труд для моей пользы, он объединяет. Естественную нужду еще никто не отменял. А ты открывал уже дверь? Там дрова лежат? Ух ты, там охрана. Ушла, ушла. Вообще, ляпота. Леха, пока твой холодильник не нужен. Как холодно? Да нет, уже не холодно. Пока противник рисует карту наступления, мы меняем ландшафты, причем вручную. Когда приходит время атаки, противник теряется на незнакомой местности и приходит в полную небоеготовность. В этом смысл, в этом наша стратегия. Ух ты, метет-то как метет-то. Хьюстон, у нас проблема. Уже начинает ремонтная бригада приехала. Ищут что-то. Нет бы просто взять и сначала плотненько поесть. Смотрите, какие пельмешки. Хопа, хопа. Обожрусь и помру молодой. Печка творит чудеса. Вот у нас температура уже скоро будет 10 градусов. А умываться как? А так? Как? Надо меньше пачкаться. Посмотрите, как это самое испаряется с кости пар.
А Костя у нас весь в ремонте. Мы доехали сюда хорошо. Все сломалось у кого дома. Доехали без поломок, сломали все около дома. Ну, мы же не можем без приключений. Не, не можем. Нельзя, нельзя. Тетя Люся, привет! Тетя Валя Тимофеева, привет! Тетя Галя, Шевчук, привет! Не. Да. Павлычу передай. Павлычу привет, да, Павлыч. Пока мы еще не воспользовались твоим законом. Пока нечего, да. Но мы его исполняем понемножку. Да. Мы прокачиваем этот момент. Да. Поехали! Прекрасная погода, не правда ли? Ну, сунди. Ну, сухой стульчик не взял. Я вот сюда засверлюсь. С вашего позволения. Что, сверлить, нет? Так возьми шуруповерт. Давайте, просверлю тогда. Так у тебя он меньше, по-моему. А? Вода есть. Какая только там вода? Жик! Я пришел. Хорошо. Тебе хорошо, ты пришел. Нам-то еще идти на рыбалку. Ничего не понимаем. Достал дно? Не доставал. До дна нет. А ты хочешь, чтобы я до дна достал? Ну так, что туда? Вот кто быстрее просверлит, Андрюха или Костя?
Нифига у тебя там глубина. Нормально что? А у меня-то что-то, блин, непонятно. Мелко. Мелко? Угу, о. Просверлился. Что-то мелко. У тебя глубоко? Не знаю. Я вот здесь. А взял уже? Здесь сверлану, наверное. Сверлани. Вам не будет мешать? Сейчас вода. Попробуй, сейчас он сверлит, нет? Я если по камням не бью же. А это видео, оказывается, мать его за нами. Мы ведем репортаж. Да, есть речки Нелинги. Рыбы, как само собой разумеется, нет? Да-да-да. Да, летом. Да, вот. Удочка стоит. Замочена. Замочен червяком, барыш и блесна. Все по-честному, да, червяки полощутся. Да. Природа, обалдеть. Все хорошо. Не, ребята, погода, да? Вообще класс. Все чудненько. Как в Швейцарии. Всем большой привет. Да-да. Единственное, только это, что-то никто не наливает. Рекомендация. Я думаю, что нужно еще раз отметить сегодняшний праздник. Я вас поддерживаю, коллега. Да. И товарищ смотрел на сайте и сказал, что сегодня рыбы не будет. Сегодня рыба отмечает праздник. Сегодня просто праздник. Все, понял. Всех с праздником 23 февраля. Сейчас только что закончилась фотосессия, а я телефон оставил дома. Дома в полном смысле этого слова. Это наш дом. Как красиво сказал. Да, а так мы здесь на рыбалке. На рыбалке? Рыбалка у нас, это только одно название. Мы на рыбалке рыбачим. Да, мы пытаемся чего-то поймать. Но перекат-то, конечно, вообще... Классически замерз. Я не пойду, нет, нет. Ладно, давай это самое. Долбоящеры приехали. Вот на Гбаче мы ловили. Там вот так же вот, примерно вот перекатик, а мужочек небольшой перекатик. И вот находит 20 сантиметров, ну дай бог, чтобы было 15. Такие хорюза, блин, ненавижу я вас, ненавижу. Да, только затравили, да, душу, блин? Ненавижу. Инвалид же, что ты? Но не это самое, не оприходованный, блин. Это чертов инвалид. На сегодня рыбалка закончена. Результат ноль. Поклевки ни одной не видели. Возвращаемся домой. Ну, я думаю, что печка уже протоплена. И мы будем продолжать топить буржуйку, чтобы было тепло. Так вот так. Такая вот у нас речная рыбалка. Вечером после рыбалки, успешно завершенной, да. Ой, там у тебя вообще чифе. Вычищаем термоса. Термоса. Завтра мы их опять зальем. Они не варят, Костя,
перечим. Вот, Костя. О, братан, надо мыть его. Не надо. Поласкиваем и все. Не надо. Печка топится. У нас в печке сейчас супец. Супчик голубчик. Супчик дня. Свет горит, все хорошо. Умывальник оттаял. Но надо смывать его ведро. Первая ночь на Нелинге. Генератор тарахтит. Флаг развивается. Свет в окнах блещет. Собаки стоят накормленные. Отдыхают. Сейчас люди накормятся и тоже пойдут отдыхать. Я давно хотел спросить, как с Йети быть? Йети? Надо чаще мыть. Да нет, я про снежного человека. Ну это надо с контр-адмиралом посоветоваться.